Ветер достаточно сильный. Хотим попробовать полетать. 6-8 метров в секунду. Так. Посмотрим, что получится. Такой ветер, насколько он устойчив будет к нему. Так, поехали. Так, что за нас стоит? Стоит 5,8. 149 канал. 25 кадров, 2,7К. Давайте попробуем. Спутников он 9 поймал. Ну, нормуль. Так, точку обновил. Будет ругаться или нет? Ну, судя по всему, будет. Что слишком сильный ветер. То есть, если я остановлюсь, вот я остановился, он, ну, держит, да, держит он точку, отрабатывается. Сейчас попробуем отражатели поставить, да. По-моему, снесло на метр назад, да, было 260, стало 259. Так, проверим безопасность. Расширенные. Возврат домой стоит. Что-то какая-то хрень со спутником у него происходит. Я не понимаю, почему спутники периодически отваливаются. Что-то с этой хрень с ним происходит. Ветер сильный, он даже вперед лететь не может. Угу, вообще не может вперед лететь. Видимо, ветер сильный, поднялся сильнее. У меня есть анемометр, но здесь его нет ветра, поэтому здесь бессмысленно.
так вот он висит. Ветер-то хороший.